Доброе утро, дамы и господа! Вы смотрите обзор рынка криптовалют от Альпари. После повышенной волатильности последних недель курс биткоина стабилизировался в районе 4000. В центре внимания продолжают оставаться действия китайского регулятора. Напомню, с 30 сентября приостановятся торги на ряде бирж, еще ряд бирж приостановят торги 30 октября. Так что вот в ожидании этого события такое некоторое спокойствие на рынках происходит. Но отметим, что традиционно после фазы консолидации биткоина идет всплеск роста. Возможно, так будет и на этот раз. Вы смотрели обзор рынка криптовалют от Альпари. Мы желаем вам хорошего дня и успешных торгов.